Наступает год козла, и мы не знаем, что нас ждет. Ты читала классику? Нет. Я тоже. Не, знаете что? Я вам могу сказать, что если вы не можете читать, нет времени или просто занятые люди, да? Ну, мало ли, там, пошла в салон, например, да? Ты возьми книгу, которую хочешь прочесть, вот, положи ее рядом с собой и спи с ней. Так. Зарядишься. Мудрые мысли придут во сне. Она у тебя экранизируется. Ну, это шутка, конечно. Читайте, друзья, классику. Есенина, Чайковского. Год козла, как ты уже сказал. А как ты готовишься к Новому году? Деньги перевел себе в доллары. Понимаешь, ну, вообще страшное дело, ребят. Как готовлюсь? Я вообще хотел стартануть в Майами. Но сейчас понимаю, что, наверное, придется где-то пересиживать в Египте. Или вообще в Подмосковье, да? Под снегом. Не знаю. Ну как готовлюсь? Нет, на самом деле очень хочется встретить Новый год успешно. Потому что как встретишь, так его и проведешь. И вообще, понимаете, что год предстоит нам тяжелый. Ничего хорошего нас не ждет в 2015 году. Не, ну на самом деле, вы знаете, да, экономически мы же все повязаны. Вот. Ну. Давай о хорошем. Твои творческие планы на 2015 год. Народная песня и еще раз народная песня. Потому что мне говорят: Прохор, где твои хиты? Я говорю, мне не нужны хиты, я сам хит. Логично. Я вообще согласна. За 5 минут я просто... Сходила. Да, да, да. Да, ну это я зарядился от Розы Сибитовой, она там сейчас сжигла. Да, поэтому они там и инопланетян вспомнили, и что только, что с людьми делает любовь. Ну ладно, в общем, я всем желаю в новом году счастья, любви, и чтобы деньги у вас всегда были в семье. В достатке. В избытке. Да. С нынешним курсом тяжело. Да. Вот. Ну, я рад даже, знаешь, за кого? Сейчас, за тех, у кого ничего не было. И мы терять нечего. Поэтому... А таких очень много в России, к сожалению. Вот. Поэтому всем привет.